Белогорск. Все-таки, если заезжать в Белогорск на обратном пути. Сегодня, наоборот, нужно проехать как можно ближе к Хабаровску, чтобы завтра зайти в магазин. Thank you.
цены особо не меняются. Обсуждение, вот кто-то воспринимает это вполне нормально, говорят, что внимание
себе переключилась на другие источники информации, и ситуация критичная. Поэтому, в принципе, ну, вот со временем этот недостаток, возможно, будет восполнен как-то иначе, а другие бьют тревогу и говорят, что мир стремительно глупеет сегодня, и один из признаков этого процесса как раз потеря интереса к чтению. Вот вы замечаете, что идет подобный процесс? Это верно, причем не только этого даже признака глупения. Это одна из причин глупения. Потому что наукой доказано, что вот как раз такой инфекционный и накручивый интеллект, он прекрасно формируется именно под влиянием чтения, прежде всего лучевое воображение, потому что его воображение, его мышление вынуждено работать и предлагать ему вот эти вот внутренние иллюстрации. А когда перед тобой все время картинка, много изображений, обрекающих и мало текста, то понятно, вот это все не развивается, что это очень, так сказать, опасная манипуляция. К сожалению, у нас сейчас наши покупатели не вынимают. Юрий Михайлович, оставайтесь, пожалуйста, на линии, мы совсем скоро продолжим. Напомню, WhatsApp провайдер для сообщений наших слушателей 8-925-222-99-92.
они абсолютно правдивые, и Вы знаете, Юрий Михайлович, такой вопрос хочу вам задать. Мы сегодня начали наш эфир с этого обсуждения. Вот, кто-то воспринимает это вполне нормально. Говорят, что внимание сегодня переключилось на другие источники информации, и ситуация критичная. Поэтому, в принципе, со временем этот недостаток, возможно, будет восполнен как-то иначе, а другие будут... потеря интереса к чтению. Вот вы замечаете, что идет подобный процесс? Это верно. Причем не только этого даже признака глупее. Это одна из причин глупее. Потому что на науке доказано, что вот как раз такой инфекции, как эти накручивые кино, рекламка формируется именно под влиянием чтения, а теперь живого живого воображения. Потому что воображение, воображение вынуждено работать и предлагать ему вот эти вот внутренние иллюстрации. А когда перед тобой все время картинка, много изображений, мелькающих и мало текста, то понятно, вот это все не развивается. Что это очень, так сказать, опасная манипуляция. К сожалению, у нас сейчас по нашей пропаганде не вынимают. Юрий Михайлович, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы совсем скоро продолжим. Напомню, WhatsApp провайдер для сообщений наших слушателей. 8-925-222-99-92. Так же и было.
часам. Устроившему стрельбу в Пермском ВУЗе проведут психиатрическую экспертизу. На Госдуму прошли 5 партий. Центр сберком подсчитал 100% бюллетеней. И водосточная сеть Москвы справляется с рекордным объемом осадков. Теперь подробнее. Студенту, открывшему стрельбу в Пермском ВУЗе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Необходимо определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления, сообщили ТАСС в медицинских службах. Напомню, накануне утром 18-летний правоохранитель открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным СКР, погибли 6 человек, 28 получили ранения и травмы. Сам подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был тяжело ранен. По информации местных СМИ, сегодня его бывших одноклассников и школьных учителей вызывают на допросы. В Пермском крае день траура продолжит Игорь Тихонов. На котором накануне было совершено вот это нападение, несут живые цветы, там образовался своеобразный стихийный мемориал, люди несут туда цветы, зажигают свечи, также мы видели, что некоторые даже приносят игрушки, причем среди вот этих людей это не только учащиеся вот этого вуза или работники, а также просто неравнодушные горожане. Люди говорят о том, что тяжело переживают вот эту трагедию и хотят таким образом выразить свою поддержку семьям погибших и пострадавших. Таким образом люди оказывают такую своеобразную поддержку, наверное, друг другу, потому что многих здесь учатся дети, а также многих студенты. Вот, например, известно о трех вузах, которые ушли на дистанционное образование. В остальных вузах сейчас также продолжается учеба, приспущены государственные флаги, также отменены развлекательные мероприятия. По местному телевидению рекомендовано не выпускать в эфир развлекательные программы. Наиболее пострадавших пациентов госпитализировали сюда, в краевую клиническую больницу. Они находятся в отделении реанимации и в хирургическом отделении. 7 человек отсюда каретами скорой помощи, автомобилями. Санитарная авиация доставляет в аэропорт. Все это происходит в сопровождении сотрудников ДПС. Некоторые пациенты находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Отсюда они будут доставляться в аэропорт и примерно через 2 часа они уже окажутся в столице и будут распределены 4 медицинских учреждения. Между тем, медики говорят о том, что в Пермском крае в региональных медучреждениях есть все необходимые специалисты и оборудование для лечения пострадавших. Для предупреждения трагических событий, подобных стрельбе в Пермском университете, необходим комплексный подход. Исследования, профилактика, физическое обеспечение безопасности, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Сегодня министр проводит в Перми заседание Совета ректоров вузов. Оно началось с минуты молчания. Единая Россия по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,8% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Такие данные опубликовал Центр сберком. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме Единая Россия получает конституционное большинство в Нижней Палате более 300 мандатов. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ 18,9%, ЛДПР 7,5%, У справедливой России патриотов за правду 7,4%, новых людей поддержали 5,3% избирателей. Эти 5 партий преодолели 5% барьер для прохода в Госдуму. Правящая либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на выборах, но большинства в парламенте не получает, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на результаты по итогам обработки 95% бюллетеней. Согласно этим данным, партия Трюдо набирает 155 мест, а для мажоритарного большинства требовалось 170. В 2015-го Трюдо премьер Канады, но последние 2 года он возглавлял правительство меньшинства. Такая же ситуация сохраняется после выборов. Это означает, что либералам придется снова полагаться на оппозиционные партии, чтобы принимать законы. Выборы в Канаде были досрочными, правительство Трюдо хотело получить новый мандат на свои решения относительно пандемии коронавируса. Прошедшие этой ночью дожди подтопили проезжие части улиц в Новороссийске и Анапе, сообщил ТАСС источник в экстремистском порту региона. На подтопленных придомовых территориях это не владели в Краснодарский главком ЧС объявил штормовое предупреждение.
Юго-Восточная Осетия справляется с объемом осадков. Летом она была полностью обследована и подготовлена к осенним ливням. На местах возможных капель воды круглосуточно дежурят бригады и спецтехника, сообщили в пресс-службе Кубковского хозяйства. О данном столичном метеобюро... Самого знаменитого врача.
Сегодня здесь Алексей Перчев и Василий Белоусов. Здравствуйте, напомню наши координаты WhatsApp и Viber 8-925-222-9992. Мы сегодня продолжим поздравлять Александра Яковлевича, Александра Розенбаума с 70-летием. Вчера не полностью у нас вошли все песни по понятным причинам. Поэтому сегодня, я думаю, что будет логично, если мы еще пройдемся по его творчеству. Как я говорил, что мне кажется, что его работы можно разделить на несколько циклов. Первый, так, условный одесский цикл, да, то есть вот этих песен Брусимена, которые иногда ему приходилось объяснять, что это для студенческого театра было сделано, что с братьями Жемчужными. Ну, не только он сам пел, да? Конечно, но учитывая, что вокруг него всегда было много мистификационного такого, чтобы действительно вот человек с Брайтон плечом или откуда еще, потому что его песни, конечно, шли на кассетах с так называемыми эмигрантами, с Вилли Толхаревым, с Новиком, который тоже никогда не являлся соглашением никакими эмигрантами, ну и другими, и до поры до времени его не знали, как он выглядит. И вообще, его многие визуализировали, кто на программе «Музыкальный ринг», который в Ленинградском телевидении выходили первый раз, увидели, как он выглядит, а кто-то увидел ДК Дзержинского, знаменитый сейшн или концерт, сейшн, все-таки более рок-н-ролльная история, концерт, ему разрешили спеть 4 песни. Вот это конец 80-х, ну, перестройка уже наступила, но еще не вступила в свои права, 4 песни. А на русском был билет, и так что спрашивали, там, на площади восстания. Невероятно. То есть он уже на тот момент был невероятно. Абсолютно. То есть это магнитофонная культура. Он записал это несколько своих панцовых альбомов, и уже отправил до Владивостока слушать вся страна. И вот разрешили спеть 4 песни, люди купили билет. Мы после 4 песни говорит, спасибо, товарищ, и ушел. Толпа начала громить этот дом культуры. И через этих вызвали милицию, но на следующий концерт он купил уже 14 песен. И так вот, это цикл первый, который я условно назовем «Одесский», потом «Песни о Ленинграде», «Любовь к родному городу», «Военные песни», «Песни про Афганистан» и «Лирические песни». Ну, мы вчера частично охватили этого этапа, и одна из самых знаменитых песен о Ленинграде, я летела в гостю, пройдусь, мы еще подошли, а чуть меньше знают «Вальс на лебяжьей канавке», тоже потрясающая совершенно. Про Петербург песня. Да, настоящее признание в любви к его родному городу, к Ленинграду, к Санкт-Петербургу. Давайте послушаем.
22:00. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Дефисосм.ру. Клиника семейной медицины. Будьте здоровы и любимы. Необходима консультация специалиста. Возможно, противопоказания. У вас холод в доме? Промерзают двери. Сквозняк гуляет то тут, то там. Есть решение. Закажите термодвери в компании «Двериград» и живите спокойно. Без морозов и промерзаний. Современный дизайн, эстетичность, надежность, высокая шумоизоляция. Все. От замера до монтажа. Октябрьская, 111. Телефон 469-111. 469-111. «Двериград». Защита и уют вашего дома. Лабораторно-диагностический центр «Спектр» в Белогорске. Большинство анализов день в день или на следующий день. Честные цены. На Кирова 129. Лабораторно-диагностический центр «Спектр». 20 лет точных анализов. Телефон 56-46-46. Необходима консультация врача о возможных противопоказаниях. Компания Max Inter – это мировые шинные бренды. Йокохама, Мишлен, Бриджстоун, Пирелли, Нокия, Биаф Гудрич, Континенталь, Кардиан. На премиум шины, приобретенные в шинном центре Вианор, действует расширенная гарантия на повреждения и проколы. Экономия до 20 тысяч рублей. Бесплатный шиномонтаж. Экономия до 2 тысяч рублей. Кэшбэк за шины Кардиан 10%. Топливная карта до 4 тысяч рублей. В шинном центре Вианор. Большой выбор грузовых шин, дисков и датчиков давления для движения к совершенству. Телефон 2-0808. Спектр в Белогорске. Спектр – это УЗИ диагностика всех систем органов на ультрасовременном оборудовании экспертного класса. Точно, профессионально, грамотно. УЗИ диагностика в Спектре на Кирова 129. Телефон 56-46-46. Перед применением необходима консультация врача о возможных противопоказаниях. Эй, Василич, куда это ты все везешь? Как куда? На базу «Прометалл». Там по высоким ценам покупают металлопрокат новый и даже БУ, трубы, уголок, арматуру, швеллер. И где они находятся? База «Прометалл», Щегири, улица Василенко, литер 81, телефон 500-360, 500-360. Обеспечим самовывоз от 2 тонн. Лабораторно-диагностический комплекс «Спектр» в Белогорске. Прием гинеколога по всем вопросам женского здоровья. Запись детей к гинекологу с рождения. «Спектр», гинеколог, УЗИ. По адресу улица Кирова, 129. Телефон 56-46-46. Перед применением необходима консультация врача о возможных противопоказаниях. Телефон рекламной службы в Белогорске. 211-115. Дорожная работа.